меня в руках 5 чипов, 3 здесь, один в среднем пальце правой руки и один здесь. Пропуск от работы основной, который используется в среднем пальце, его удобно прикладывать. Вот, данные визитных карточек хранятся в левом запястье, в правом запястье чип для экспериментов с транспортными системами. Давать визитную карточку очень просто. Берется телефон, который поддерживает функцию, и прикладывается к руке. Для того, чтобы пройти на работу, да, нужно достать бумажник, вытащить оттуда карточку, приложить ее, засунуть обратно, не потерять. Это очень важно, потому что моя жена получила свой чип после того, как потеряла 4 карточки. Вместо этого отработанным движением рука прикладывается к считывателю, ты не замечаешь вокруг находящейся инфраструктуры. Это сурово упрощает жизнь.